В этом году общеобразовательные учреждения нашего города покидают 366 учеников. Среди них 68 медалистов. Открытие выпускного бала состоялось в мэрии. С речью выступил глава администрации города Борис Беляев. Он поздравил выпускников, поблагодарил учителей за профессионализм, за их любовь к профессии и ученикам, а также выразил признательность родителям за их нелегкий труд в воспитании детей. Сегодня вы стоите на пороге взрослой жизни. И перед вами открываются огромные перспективы. Перед вами открываются двери всех вузов Российской Федерации. И я уверен, что здесь находятся будущие врачи, учителя, инженеры, политики, общественные деятельности. Но все вы должны быть, самое главное, счастливыми людьми. А мы, администрация, город, будем делать все возможное, чтобы в городе Кумерсау создавались много новых рабочих мест, вы могли приехать к нам домой и найти здесь себе самую хорошую, лучшую работу. За особые успехи в учении, достижения в спортивной сфере, участие в конкурсах и олимпиадах выпускники нашего города были награждены медалями, дипломами и почетными грамотами. Также со словами благодарности выступили сами виновники торжества. Самые теплые и душевные воспоминания останутся в их памяти о школе. Но однако самое важное, что мы получили в ней, это все-таки не знание. Это знаменательный день. Мне хочется поблагодарить всех учителей за то, что они научили нас сложному процессу мышления. Ведь знания, полученные в школе, рано или поздно забываются, в то время как техника их получения остается с мыслящим человеком на всю жизнь. После завершения официальной части мероприятия все выпускники были приглашены на площадь Советов, где для них и гостей праздника была организована культурно-развлекательная программа. Выпускники, давайте поблагодарим бурными аплодисментами директоров и учителей школ! Честно говоря, я не совсем понимаю, что происходит. Я очень счастлива закончить школу. У меня просто эмоции на пределе, потому что еще я не до конца понимаю, что я уже ухожу со школы и что уже меня ждет впереди совсем другая жизнь. Я буду очень скучать, конечно же, по школьным дням, по праздникам, по всяким сборам с классом, выходам. Выпускники каждой школы представили свое образовательное учреждение, прошествовав по Аллее Славы. Их поздравили директора школ, учителя, почетные гости праздника, а также творческие коллективы города. Очень круто. Я очень рада, очень счастлива, что закончила школу, что я сделала это так успешно, что все позади, все экзамены. И мне очень интересно делать шаг в будущее. Вспоминаться, наверное, будут одноклассники, учителя. Вот эта ежедневная рутина в школе, она вроде бы одинаковая, но ты очень с теплотой ее вспоминаешь. И это, наверное, самое важное. Прощальный бал – один из самых важных этапов в жизни каждого. Ребята расстаются с учителями, одноклассниками и уроками в школе. Выпускной запоминается на всю жизнь и остается в памяти навсегда, как настоящий праздник.